Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на втором дне июльских финалов Origin Series Wild Rift. Сегодня для вас этот день будут открывать я, Полина, это Коренная Вейт, и мой несравненный коллега Юрий Flash and the Night Шеленков. Юра, привет! Как твое настроение? Как твои дела? Здравствуй, Полин, привет, дамы и господа. Что ж, настроение шикарное, потому что вчера мы посмотрели серии хорошие. К сожалению, сегодня, Полин, мы с тобой будем комментировать серию только одну, поэтому, наверное, настроение будет хуже. Но, в общем и целом, конечно, ожидаем хороших игр, потому что вчера мы увидели противостояние разного рода с тобой, где в одной серии было 2-0 достаточно уверенное, в другой было очень неуверенное 2-1, где до последнего момента практически не было понятно, кто же выйдет победителем, все же, естественно, они были определены. Да, согласна с тобой полностью. Вчера мы с тобой посмотрели довольно большое количество игр, где силы были абсолютно неравные в одной из игр, в другой игре настоящий стомп, еще одна игра, где в самом начале команда получила преимущество, хотя мы с тобой рассчитывали на то, что комбо-бомба все-таки одержит верх. В общем, игры вчера у нас были непредсказуемые, потрясающие, очень интересные. Мне кажется, что сегодня будет еще жарче, потому что команды отсеиваются. Чуть послабее команды уходят вниз в лузер-сетку, остаются самые сильные. А как мы знаем, игры сильнейших всегда очень интересно смотреть, всегда за ними очень интересно наблюдать. Поэтому день сегодня должен быть тоже у нас с тобой очень насыщенным. И, безусловно, изо дня в день все больше и больше команд будут улетать вниз, а из нижней сетки, соответственно, улетать вообще. Поэтому смотрим за прогрессом коллективов и примерно знаем уже некоторые результаты. Итак, сейчас на наших экранах и на ваших, соответственно, тоже появилась верхняя сетка группы А. Мы вчера, кстати, с тобой обсуждали то, что здесь большое разнообразие разных европейских флагов. Вот. Собственно, твои фавориты, наверное, если я могу так сказать, геймлорды, да, мы сможем их снова сегодня лицезреть, идут... Ну, фавориты они не мои все-таки, они фавориты общие, наверное. Я помню, да, что мы просто о них говорили как о одной из сильнейших. Да-да-да, мы просто говорили. Удивительно было, Зак отмечает, что геймлорды, наверное, самая сильная команда, в принципе, в Европе прямо сейчас, и поэтому было удивительно, что они отлетели, более того, еще топ-4 заняли. QLash вчера проиграли, это, ну, не то чтобы сильно удивительно, но я ожидал, что они могут и выиграть тоже. Team KZO справились вчера во втором раунде 2-1, поэтому более-менее все совпадает с тем, как это, по идее, должно было быть. В нижней сетке тоже, посмотри, небольшие изменения. Тем не менее, команды, которые попадают все дальше и дальше, идут более уверенно, выигрывая со счетом 2-0 зачастую, то есть абсолютно отсеивая своих оппонентов. То есть... Группа А, как я понимаю, более разнообразная, более интересная, более сильная в какой-то степени, поэтому за ними тоже будет очень интересно понаблюдать сегодня. Ну, в плане уровня игры, конечно, группа А пока что доминирует. Смотрим на коллективы, 4 в нижней сетке есть уже. Пока у нас, к сожалению, в первом матче не группа А, но группа А вернется к нам чуть-чуть попозже. Наверное, в том числе по той причине, что, знаешь, вот европейский прайм-тайм, он все-таки чуть-чуть попозже наступает, по той причине, что в большей части Европы времени сейчас чуть меньше, чем у нас на часах. Наша с тобой любимая сетка Б должна скоро появиться на экранах, о которой мы тоже вчера говорили, что разнообразие здесь, как ты сказал, флагов очень консервативное. Здесь турецкие команды и российские, собственно. Посмотри тоже на этот прогресс. 50 на 50. Получилось так, кто-то сказал о том, что Na'Vi проиграли. Почему-то пустил слух в чате. Na'Vi не проиграли. Собственно говоря, мы смотрели серию Istanbul Wildcats против CrowCrowd. Na'Vi одолели их 2-0. И, соответственно, вышли в полуфинал Winner Bracket. Йола справились с своими двумя оппонентами. Что LS, что Sangal Esports не стали... проблемы для команды Unicorns of Love. В топ-4 пока что в Winner Bracket две русские команды. СНГ-команды Бакарок и Mortal Shot проиграли, кстати, 1-2 и 0-2 внезапно, которые заняли топ-3 и топ-4 на Origin Series предыдущего месяца. В нижней сетке, естественно...
Да-да-да. У кого-то из них еще будет, хотя ЛС, смотри, победили уже Mortal Shock. Mortal Shock выбито внезапно, хотя топ-3 они в прошлый раз заняли, то есть топ-8 они уже не проходят. Посмотри, в нижней сетке у нас не такое равноправие, скажем, то есть красные флаги все-таки преобладают, и сегодня больше турецких команд встретятся друг с другом, и только Сангал Эспортс у нас сегодня поиграет с Рогами из России, так сказать, вот. А остальное все преимущество, конечно, в руках турецких команд. Увы. Топ-4, 4 СНГ-команды мы уже не увидим, к сожалению, в сетке Б, как это было в первой стадии Origin Series, как раз-таки в июне, когда у нас все 4 коллектива были из СНГ, как раз учитывая то, что 6 было всего в топ-16. Пока что осталось 3, желаем ребятам удачи, потому что коллектив всего 8, соответственно, 5 турецких оппонентов предстоит всем нашим командам обыграть. Тем временем мы переходим с тобой к сетке групп С, где тоже не такое большое флаговое разнообразие, тем не менее, посмотри. О, здесь тоже довольно все интересно. Cute Esport 2-0 одерживает победу. Собственно, сегодня они встречаются с Sunlight Team. Скорее всего, возможно, мы эту игру с тобой как раз-таки и будем обозревать, что довольно интересно. Как слушай, мне кажется, в группе C SL и CAT уже были, по-моему, в финале. Я точно помню, что там, ну, команды одни и те же, как бы, в топ-4. GK, OEM, SL, CAT. Sunlight'ы очень жесткие. Я бы сказал, что CAT, наверное, чуть послабее, хотя может пойти как угодно. По той причине, что у одного из коллективов была замена на одном из этапов, что им немножко помешало. Вот, поэтому посмотрим, как Winner Bracket поиграют ребята. Мне кажется, мы как раз-таки Sunlight'ы... Мы Sunlight и CAT смотрели как раз-таки, будем смотреть сегодня. В июне они играли уже эти коллективы, и мне кажется, что даже не один раз. По-моему, даже два. Если не ошибаюсь, вот была в группе C сетка, где две команды играли друг против друга два раза, по-моему, это было как раз-таки тогда. Поэтому одни и те же противостояния, с другой стороны, и команд 8, Полин, поэтому шанс того, что коллективы сразятся в каких-то очных противостояниях, он просто выше, потому что, безусловно, коллективы уровня разного. Некоторые коллективы, мы там не будем называть имен, так сказать, и сразу градировать остро, да, с тобой, но все же мы понимаем, что зачастую есть коллективы аутсайдеры, есть коллективы фавориты. Конечно. Если везет в кавычках, да, таким образом, что у нас прямо в 1/8 финала уже встречаются коллективы, которые там топ-3 и ботом-3 из 16, безусловно, шансы не очень большие. Мы вчера одно из таких противостояний как раз-таки в группе С уже видели. В любом случае, даже несмотря на то, что вот так вот у нас распределилась сетка, я думаю, игры сегодня будут очень интересные и очень зрелищные, потому что, как мы уже с тобой говорили, команды отсеиваются, остаются лучшие, естественно, пока еще не самые лучшие из лучших, вот, но на будущее, так сказать, на следующие дни, с каждым днем нашего июльского турнира игры должны становиться все жарче и жарче, интереснее и интереснее, поэтому оставайтесь с нами и... Юрий? Да. Я, Полин, я все еще здесь. Подсказывай мне, страже. Пожалуйста, что у нас дальше по расписанию, потому что я вдруг потеряла мысль внезапно. А что у нас по расписанию может быть? Да, у нас вчерашний день, да, прошу прощения, у нас вчерашний день. Давайте мы вспомним, что у нас было вчера, самые яркие моменты. Поехали. They one taught us a lot, not gonna lie. We enjoyed the match we had against Sunlight. It was a really fun match. I honestly think they were the better team in that scenario. Whoa, okay, he flashed in and took down the jungle. This time, we are still in the competition. We did not leave. We just lost our upper bracket slot. We leave day one confident as well. We still have one goal in mind. We are still going for first place. We at Game Lord feel pretty good than when we played against Looking for Orc. It was super good, but like we prepared for tried for day two. Yeah, I think the whole team right now is feeling confident on the meta read and just in each other that we will do great this time. We are feeling very good. We lost 2-1 versus Singularity. We went to the loser bracket. Our second match was versus Isuba. We felt very comfortable in the games. We won both of them. And in the third match, we felt good again. And we won 2-0 versus good players. Very low. It is a 1-for-1 trade so far. Still very much in Clash's favor. Yeah, trying to go for the grand entrance once again. We'll be able to jump away, but it's an extra 2 kills picked up. The double whammy actually for Anuari.
Everywhere we get domination in first game. So we go Lucian, but it was a bit risky. Hexagon's momentum onto the support, actually not really what we want to do. And they're going to try and collapse his backline. Actually got straight up access onto Fiend. He's going to be just pushed upon instantly. And that's been already out of the fight. You're losing most of the damage for Pro. We have no pressure of the loser bracket because I know we're going to win this every match. They have no chance to win us because my players, my team has amazing potential and amazing mechanics. We're going to win this tournament, I believe. О, эти игроки, которые до конца верят в свои команды, как это замечательно. Каждый раз, кстати, когда я смотрю какие-нибудь турниры или просто какие-то соревновательные моменты, мне всегда очень импонирует, очень радует, когда члены твоей команды настроены максимально позитивно и постоянно говорят что-то в стиле «Мы обязательно выиграем, ребята, все получится!» Даже если они там проиграли буквально там одну-две игры, никто не расстраивается, идет вперед. Это командный дух, это классно, это потрясающе. Я очень рада, что в Wild Rift это есть, потому что, ну, в любом случае, это должно было быть здесь, потому что здесь тоже есть соревновательный момент, и это круто, 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 круто. Итак, давай мы с тобой сразу перейдем к расписанию. Сегодняшний день у нас тоже будет очень насыщенный, очень быстрый, наверное, как, в принципе, и все в Wild Rift. Давай же посмотрим, что у нас сегодня с тобой ожидает. У нас сегодня кат против Sunlight'а будет первая серия BO3, пока не знаем, какие серии будет смотреть далее, но это, конечно, зависит от результатов, которые пока что мы еще не знаем. И да, кстати, как Юра правильно сказал, первую серию мы будем с ним комментировать вместе, но кто к нам присоединится потом, мы вам пока не скажем. Правда, Юра, мы же не скажем? Мы, почему бы и нет, ну, я не знаю. Ты хочешь рассказать? Я думаю, что нужно поддержать немножко интригу. Это было бы, пускай, на самом деле, интересней. Пускай. Вот, поэтому пусть зрители думают, кто же сегодня к нам присоединится. Если у вас есть свои версии, конечно, можете их озвучивать. Я думаю, что сегодня будет лучший комментатор из нас пятерых по второй половине дня, но кто, мы вам не скажем. Да, мы обязательно, как бы, мы тоже будем смотреть, но мы вам, как бы, его не выдадим. Итак, ну что ж, я так понимаю, у нас начало первого игрового дня сейчас. Мы сначала будем смотреть. Да-да-да. Смотри, составы команд. Та самая игра, которую мы с тобой сегодня будем озвучивать. Это Qt Sport, египетская команда против Sunlight Team из Саудовской Аравии. И по линиям распределились у нас в команде Qt Sport. Риск. В лесу у нас будет играть Босс. Очень знаменательный такой никнейм. Я тебе хочу сказать. На средней линии Джоэ. Декерри 69, все правильно. И Саппорт Тимус. У команды Sunlight Team на верхней линии свою команду будет представлять Рейзен, дальше в лес идет Соло, на средней линии Валид, и нижняя линия Дракона, как здесь называют, это Мац и Лето. Лито. Вот линия вот. Дракона, это линия Дракона, это, конечно, жестко, но, понимаешь, как говорит Казикс, change is good, да, поэтому иногда нужно адаптироваться под происходящее, понимая, что нижняя линия внезапно становится линией Дракона, а, собственно, верхняя становится линией Барона. Вот такое вот просто управление в диком ущелье, когда вы играете с телефоном, потому что нет возможности управлять чемпионом, находящимся справа вверху, потому что это крайне неудобно, и вся панелька, она меняется, если вы бы играли, она бы поменялась, если вы играли за чемпиона таким образом. Поэтому у нас появились такие шикарные термины, как линия Дракона и Барона. Противостояние хорошее, оно будет очень плотное, я думаю. Здесь будет точно ближе, чем вчера. По результатам июньских турниров мы можем сделать такой вердикт. С другой стороны, SL мне просто сами по себе нравится больше. То есть вспомни, как вчера, залив старт со счета 1-5, SL проигрывает 4000 за один файт, камбэкнули по золоту. Mm-hmm. И чуть ли не игру закончили прям сразу здесь сейчас. В этом плане они сильнее. Было дело с тобой согласна, но смотри, если отслеживать всю верхнюю сетку группы С, то Qt Sports, они тоже как бы идут вот именно в этой сетке без единого поражения. То есть и в первой игре против Middle East они выиграли 2-0, и в следующей игре тоже они сделали 2-0. То есть мне кажется, что Qt Sports, в принципе, тоже не лыком шиты, и могут что-то, да, противостоять Sunlight'ам, как ты считаешь? Ну смотри, в прошлом противостоянии Каты играли против SL как раз-таки в
во второй день они проиграли 2-0, и в первом матче они держались аж 20 минут, а во втором 16 mm-hmm. минут, причем большую часть игры были шли вровень и там, и там. Я думаю, СЛ посильнее, но драка ровная будет. Ну, Юр, смотри, мы сейчас с тобой уже об этом узнаем, потому что команды начали драфтить, поэтому сейчас, так сказать, мы с тобой разберемся, что здесь происходит и что будет дальше. Давай, попробуем. И, возможно, ты прав, а, возможно, я права. У нас, наверное, с тобой первый раз такое, да, когда ты немножко подтапливаешь за Sunlight, а я вот почему-то делаю ставочку на Cute Esports. Возможно, потому что у них в начале стоит Cute, и это очень похоже на Cute, и это очень миленько. Но, тем не менее, я буду чуть-чуть, самую малость, подтапливать, наверное, сегодня за них. Мне казалось, что они Cut свитеры, нет? Cut? Ну вот видишь, вроде... у меня, к сожалению, все немножко мило, но тем не менее, я надеюсь, команда не обидится. Просто, понимаешь, это противостояние архетипов получается, потому что как бы ты либо милый, либо режешь. Потому что, учитывая топ-лейнера команды Cut, у которого ник Baby, как бы было бы очень неловко, если бы он был еще и кьют в этот момент. Потому что это было бы вообще прикольно, особенно когда за Грагас играет, потому что и Грагас как по-другому никак не назвать, собственно говоря, кроме... Как Cute Baby. Let's go, ребята. Пантеон у нас уходит сразу в группе С. Пантеон — это вообще рофл. Я когда увидел Пантеона в группе С, пикнутого в одной из первых игр, по-моему, даже в первой игре, mm-hmm. если не ошибаюсь, я такой, what? Что это? Почему играют так быстро? Почему играют так агрессивно? Бани Пантеона, TFC Джао также находится в бане, причем мы видим, что Грагасы пикают овер рингтон. Это, кстати, интересно. Акали как лид-геймпик уходит в бан. Более того, еще Эвелина Браун нас не посетят. Эвелина, это, кстати, тоже из вот группы С территории, так сказать, чемпион. Браума уводит, потому что это дефолтный пик, считается, наверное, сильнейшим саппортом сейчас вообще. Леона пытается поконтестить этот пик, но пока сложновато, потому что защитные функции Браума слишком сильны. И берут Грагаса овер рингтона, естественно, отдают рингтона сразу. Более того, еще и Люцина вместо Камилы и даже вместо Зигса предпочитают взять. Зигса отдают ребятам из Кат. Мне уже нравится тот драфт, который у Кат есть, несмотря на то, что... немножко вот такая вот, знаешь, диссинергия происходит уже, потому что, как бы, ты хочешь Камилой кого-то вогнать в хикстековый ультиматум, с другой mm-hmm. стороны, Грагас может выкинуть эту цель, что не очень приятно. И берут Шаю Рейкона. Вчера я слышал аналитику от второй пары комментаторов о том, что Шая долго там разгоняется, зато в лите она сильная, ничего подобного. Вообще Шая сильная всегда. И Шая даже со старта уже contestable пик, который может сражаться на первых уровнях, особенно с Рейконом. Особенно, если нет Hard Engage сетапа, а в Диком Ущелье Hard Engage сетап пока не так много. Есть Алистар, если он на этом практически все. Знаешь, там пока что... отсутствует Наутилус, например, да, как чемпион, в принципе. Вот, поэтому я бы сказал, что они не слабоваты в начале, а средние просто раскрываются на двух предметах, на трех еще сильнее, и три предмета, наверное, это даже пик силы, где потом Шая пропорционально сильнее уже не особо становится, поддерживая уровень своей силы, как и на трех. А тем временем мы с тобой, Юра, проникаем в эту игру, начинаем смотреть за происходящим. Как ты думаешь... Я не смогла быстренько подобрать слово, но ты понимаешь, что я имею в виду. А имею в виду я то, что мы сейчас будем наблюдать за командами, за первой игрой сегодняшнего дня. Напоминаю, это Cute Esports, извиняюсь, Cut Esports. Я буду пытаться не делать их нилыми в моих глазах, а сильными ничего, все-таки Полин, боевыми и бравыми. Да. Я вчера уже поназывал как бы Istanbul Wildcats International. Да-да-да. Сегодня, походу, класс. Моя очередь. Поэтому Cut Esports и Sunlight Team. У тебя еще попыток 7 осталось. О, отлично, можно, в принципе, я могу здесь где-нибудь себе записать палочки, да, и потихонечку их вычеркивать. Когда наберется 7, то уже пойдут штрафные, я так понимаю, да? А штрафных лучше не надо. Штрафные, они такие бывают, знаешь, иногда непредсказуемые, собственно. Вернулись ребята на нижнюю линию после того, как запулили усиление для своих лесников. Мы видим, как стартуют с нижнего сайда оба лесника. В Диком Ущелье очень любят забирать пятый уровень лесникам как можно раньше, если не выходит на чизовый ганг после 2-3 кемпов. Вследствие чего ждем пятых уровней и, соответственно, драку на верхнем сайде, где я бы и сказал, что Рингтон, наверное, все же посильнее Грагаса, несмотря на то, что Грагаса часто берут как ответ в Рингтона. Но
все равно рингтон жесткий. То есть рингтон вообще там всех или большинство бьет. Ух ты, а босс забирает это синее усиление внезапно. Как Соло будет ему противостоять теперь в дуэли, учитывая то, что подходит Хэвен здесь? Такая агрессивная, наглая вай. Опа, все, сразу минус, минус флэш. С кушки нужно выходить, с кушки-то, конечно, выйдет. Но ты посмотри, за наглость-то получается и потерял-то побольше, и баф не забрал, и флэш потерял. И, собственно, зачем приходил, непонятно. И краба даже не отдал, потому что кат забирает еще краба и себе. Я думаю, дело было в том, что на миде был приоритет. На данный момент Анечка просто сильнее на линии, чем Зикс, поэтому смогла его пропушить. Зиксу нужно проскейлиться, Анечка это все сделала красиво, и поэтому, рассчитывая на помощь своего тиммейта, Соло пошел в лес оппонента. Все-таки немножко обидно за Соло, когда вообще контрганг, или как это вот, когда ты заходишь во вражеский лес, да, даже в Wild Rift, это такая ответственная вещь, потому что игра очень динамичная, очень быстрая, ты очень много потеряешь, если у тебя не получится сделать то, что ты хотел сделать. В Лиге Легенд, да, ты тоже теряешь, это очень обидно, обидно, но вот прям здесь, я не знаю, очень сильно переживаю за Соло. Как мне кажется, старт и именно ранний пятый уровень ему немножко запорол это движение на вражеский синий баф, тем не менее, я очень буду надеяться, что пятый он все-таки апнет пораньше. Он, кстати, уже сделал это, он уже пятый уровень. И сейчас, понимаю, с ультой он должен выходить на какую-то из линии, потому что ульта Вай — это потрясающий контроль в одну цель. Не убить за ульту Вай — это нужно постараться, конечно. Особенно если вас трое. Внезапно Валид чуть не погиб на топе, оставшись с одним хп. Что было удивительно. Так, что-то Вай будет что-нибудь делать? Нет? Ой, какая дискоммуникация, ты видела? Да. Зашла Вай. Отошла, уже ушла, в принципе, повернулась. Я Алистар такой, ну, поехали. Собственно, влетел, да, дал хорошую камбу. Возможно, но... даже и погнали. Да-да-да, дал хорошую камбу, но ничем-то не закончилось. Нужно было просто... В итоге они просто отошли. Немножечко обидно, обидно, конечно. Могли очень даже интересно ну да, разыграть. Сетапить ганки надо более грамотно. То есть заходишь, прокастуй со всех спеллов. Дай флеш вперед за Алистара, дай камбу вдвоих. Вай кого-то подцепит, там оппонент даже флешнуться не успеет. Угу. Можно Рейкона подцепить, даже в Шаю не играть, да, вдруг Шая там уйдет с первой бури. Потому что если попытаешься разыграть в Рейкона и не шотнешь его, он даст скачок на Шаю потом с огромного ренжа. Разыграешь в Рейкона, забери один килл, потрать флеш, ничего страшного. Зато золото будет в плюсе. Опять же, наверное, спишем все это на мискоммуникацию, потому что идейно, как говорится, на бумаге выглядело хорошо. Заходит Вай, дает контроль, красиво, Алистар продолжает, или наоборот, там Алистар начинает, Вай продолжает. То есть все должно было быть просто муа. А вот по итогу вышло так, что Вай развернулась и... И в этот момент у Люцена есть примерно 4 секунды фрихита, когда он может дать полную комбу, а фул комба Люцена после квишовой цели — это очень опасное оружие, потому что, представь, ты даешь дэш 2 удара, Q 2 удара, V 2 удара. Это жесть. А на отходе даешь обстрел, когда оппоненты пытаются выйти. Поэтому есть очень много ресурсов. Босс влетает здесь в лид, а это ошибка была от Тимы только что. Разменяли спеллами, ребята решили отойти. Ты сказал, что это была ошибка. В чем была ошибка? 2 на 3 влетел Тимы без команды, мог получить по лицу, но SL просто не знали о позиции оппонента, поэтому завтыкали и не воспользоваться. Тем не менее, пошла раскастовка. Ух ты, красная команда забирает первую кровь. Кому же достанется этот дракон? 50 хп, сколько там дракон достается в Вай? А это значит, SL Team забирает и 2 убийства. Рениктон, кстати, идет до конца. Он здесь 1-2 подходит. Еще Люцен должен помогать ему. Камила уходит. Молодец. Несмотря на то, что, кстати, SL ребята решили помочь Рениктону уйти до конца. Все-таки он не пошел дальше и решил отойти. Тем не менее, в плюсе, в огромном плюсе, я бы даже сказала, SL после этой драки и дракон, и 3 убийства, и просто, по-моему, все так вот очень похоже на катание блина в масле. Сначала Sunlight допустили ошибку, в смысле, каты допустили ошибку тем, что Рейкон ворвался. Инициация не удалась, но они начали делать дракона. И самая большая ошибка, когда ты делаешь дракона, если оппонент входит клинчем в тебя, это попытаться отойти в Dragon Pit, потому что узкое пространство, в которое заливаются все АОЕ заклинания. Рингтон прокручивается в троих, Анечка имеет какой-то конус. Что-то там кушкой заденет Люциан. В любом случае, заходить в Dragon Pit — это так себе идея, которой воспользуется сейчас кат. Вследствие чего они зашли, их продолжал бить дракон. Что сделать было надо в это время? Это заинициировать драку, и как только ты видишь опцию для того, чтобы Вай влетела, а здесь, извиняюсь, Зигса убивают тем временем, просто очень динамика большая,
Сразу Вай должна влетать такой традиции. Кухан даешь тут же вольбрейкер. Let's go. Ульту включил. Собственно говоря, цепляешь первую цель, по которой играет Грагас, который дает туда же там. Ну, в смысле, окей, я ошибся, извиняюсь. Вай у нас LSL, конечно, но это не меняет дело, понимаешь? Любая инициация, только видишь оппонента, видишь врага, которого можно пикнуть. Если ты форсишь дракона, понимаешь, что не успеваешь по темпу, зайди, разыграй, бочку дай, дэш, флэш, раскинь бочку, зачарми кого-то. Кристалл ультиматум на крайний случай. Тут как раз, пока ты говоришь, на верхней линии идет драка, пытались поддавить Рейкана и Шаю, но не получилось, ребята отходят. И в тот момент, когда ты еще рассказывал, произошло на миду очень неприятное событие, забрали Джоя, Зикс погиб, тем самым подставив, кстати, немножко свою команду, потому что каты очень... Вот я люблю такие моменты, они свапнулись линиями, то есть батлейн пришел наверх, и 100% собирались ребята как-то драться за Герольда, но тем не менее Джоя погибает на средней линии, силы становятся неравны, и, кстати, Эсэри забрали еще и Герольда. Тем временем Вай играет по Шае. Ой, как много урона. Как хорошо все это идет. Извиняюсь, я немножко торможу, потому что здесь еще подходит и Анечка, большой медведь. SL выходит опять победителями 0-7. О, боже мой, не кажется, эта игра скатывается опять вот в то, что мы с тобой не очень любим, когда называется абсолютное преимущество одной команды над другой. Ну, слушай, здесь Грага Султану мимо, несмотря на это, все равно Мэтца забрали, надо воспользоваться этим сейчас и попробовать сделать вышку на боте. Это получится в любом случае, но там Герольд, по-моему, тыкает как раз-таки вышку на топе, только одну пластину снял, и пока на этом все, Ренинг зафармит Грумпа и выйдет как раз-таки на рекол. 7-1, да, и СЛ ведут 4000, это очень много уже, и есть Infernal Drake, который может помочь получить дополнительное количество урона. Вот так нужно играть инициативно. Стоишь, видишь момент, Вай ультует. И на этом все. Даже несмотря на то, что Джо втроих заультил, это ему не помогло. Численное преимущество. Смогли отыграть этот момент на нижней линии, опять же. Но там просто было игроков меньше, поэтому и киллов получили, ну, соответственно, меньше. И вот, кстати, нам показывают ту самую первую смерть от SL. Мац решил немножко переиграть сам себя и отдался, конечно, под своей вышкой. Это уже не очень приятно, но, в принципе, терпимо. Тем не менее, да, ты прав. Три тысячи у нас отрыва теперь по золоту. Вышка, кстати, упала на нижней линии для Кат. Ох, как же все с ними сложно сегодня будет. Для Кат. Может даже Кат. Да, если, кстати, даже если так. Зи, кстати, опять все так же поставляется. Вай здесь занимает лидирующие позиции. Это похоже на фри дракона, потому что каты немножко... Нет, это похоже на эйс, скорее. На эйс для кат? Тем временем здесь идет движение, очень много хороших медведей. Там трое стояло в стане. Пытается до последнего отбиваться Грагас. Здесь целых 4 человека его преследуют. Камила, что она делает? Наказано, на секунду застряла, но нет, она просто фармит курочек. Все правильно, я все правильно увидела. Тем не менее, SL опять делают, если с учетом смерти Зикса, 4-1, теряя только Мадза. Зикс до этого погиб на средней линии от Вай. Опять SL в плюсе, третий файт подряд у них получается сделать очень хорошо. Здесь, кстати, Рениктон 1-1 с Камилой, хорошо! Получается, что фактически эйс сейчас сделали SL. Ну, самое лучшее, что сделал Рениктон сейчас, это не убил Камилу, это то, что он, типа, перефлешил, как бы, Ешку ее, не дав все возможности дать себе замедлить. Это было очень прикольно, хотя он вроде ее и так убивал, но разыгрывает 1-1. Более того, смотри, забирают Зикса SL, да, ждут оппонентов, они не вардят через стену, это ошибка. И поэтому инициируют драку 3-3, когда они находятся, как бы, в плюсе по золоту, подходит сюда еще и Риск. Но мы видим, что Валид стоит рядом, и что Мэтт стоит рядом, поэтому драка получается 5-4. Конечно, в такой драке шансов нету кат, и поэтому они отбрасываются еще раз. Что надо было сделать? Надо было зайти с нижней стороны стены и поставить тотем, увидев обзор и приняв решение, соответственно, что делать, да, идти вперед или нет. Потому что, ну, не погибни они здесь там вчетвером по итогу дня, да? Потому что Камилу тут тоже доел рейтон на боте. Ну, вот тебе, пожалуйста, вот тебе там почти 2000 золота, ты как бы и бы не потерял. Два дракона, понятно, но можно просплитить, можно топ забрать, можно на меду сгруппиться, если ты сбейтишь какого-то дракона. То есть отдайте дракон вижен, отдайте его, поставьте тотем, увидите, придите на мид, заберите мид.
Здесь, кстати, опять неравная схватка. Подходит, кстати, SL, помогает своим тиммейтам. Остался один Грага здесь в троих, но подходит к нему уже Риник. Ой, Риниктон, извиняюсь, Рейкон. Медведя получает, кстати, Зикс и отходит, потому что не хочет он с ним сражаться. Ему это неинтересно, ему очень больно. Шай из последних сил, хорошая комбат Алистара, кстати, по двоим. Unstoppable Эни забирает красная команда. Трипл, килл, вай, ноль смертей. И это, естественно, барон. Что творят, мне кажется, вот эта вот здесь игра уже в невозвраточку пошла. Есть ли шанс у Кат? Да. Я думаю, что шансов очень мало. И не по той причине, что много золота или ресурсов сейчас у ESL, хотя и по этой тоже. А скорее по той причине, что очень инициативно играют ESL каждый раз, когда происходит какое-то движение. То есть они сами форсят Y805 внезапно, которая постоянно находится на острие. То есть какое-то то, что форсится, форсится почти всегда Y. Если не Y, то Алистаром, если не Алистаром, то Риниктоном. Ну, тут вот как раз-таки начался весь замес именно из-за Риниктона. Камила подошла забрать вышку. Собственно, Риниктон решил немного ее погрызть за это, потому что с чего бы вдруг она решила, что ей так можно делать. Там уже подошла Вай, от Кат подошли Рейкон Шай, а тут уже подошла Анечка, и все, как обычно. Как у нас так бывает? Численный перевес. Если численного перевеса нет, работает денежный перевес, предметный перевес. А у SL, если посмотреть на их предметы, на количество золота, перевес, конечно, намного больше. Тем не менее, сейчас, кстати, Y подставляется. Ну, конечно, здесь не было ни численного перевеса, ни финансового, по той причине, что втроем золото-то побольше. Да и сил побольше. И отдаёшь отдаун, причем жирный. Да, очень причем жирный. Один, по-моему, из самых лучших, наверное, в команде SL. Я так просто наблюдаю за Вай, у него там 8-0. Точно, самый лучший. Да, определенно. 10 тысяч голды, и Анечка в троих ультит минвайлом. Хороший мишка и хорошая ульта сверху Люци она накрыла. Вообще никаких проблем, слишком много урона уже имеет даже Люци. Она одна Аня своим медведем снимает. Сегодня Полин в нежном настроении, правильно? У тебя команда милая, кьют, мишка хороший. Ну, когда мишка в твоей команде, он всегда хороший, да, когда во вражеской. Но так как это не моя команда, ну я просто за ребят, собственно, тоже болею. Осталось, чтобы был Алистар добрый, допустим, еще. Но Алистар добрым не будет, скине мародера, это мне кажется. Крокодил дружелюбный. Как крокодил Гена. Кстати, такие крокодилы бывают, видишь? Какой Люциан, кстати, тогда? Люциан? Мне сложно, на самом деле, об этом сказать, скорее всего. Вот если команда нежная, то Люциан должен быть дерзкий. Всегда должна быть капелька дерзинки. Тут, кстати, Камила пыталась заинициировать. Рейкон давай, да, хорошо, делает тоже свое дело. Но, Риниктон пытается уйти, две полосочки хп, Камила басит, куда-то бежит, пытается то ли сбежать, то ли заинициировать, хорошо, забирает еще и Риниктона, тут посыпались шатдауны, это большое преимущество, хорошие деньги, пытается убежать Вай, до последнего мишка идет еще от Ани, но у Ани две палочки хп, Жоня, непонятно зачем, наверное, чтобы попытаться съесть мишка и Шаю, ничего не получилось, смотри, как много шатдаунов забрали, по золоту немножко приблизились, но все равно 10 тысяч. Разница. Я думаю, что мы будем говорить на чистоту же с тобой, да? Как и всегда. Так. Вообще, насколько ты, Полин, ты ценишь честность в людях? Ну как вот, тебе не сказать? Открытость, не открытость и не искренность, а честность. Честность — это хорошо в любом случае. То есть не ценишь? Нет, ну почему? Наоборот, ценю, это же хорошо. Ну не знаю, ты так скептически. То есть любишь, когда люди врут. Понимаешь, просто есть в жизни ситуации, когда ложь во благо. О, это прям. Это очень тобой... мало таких ситуаций, но все мы с тобой разные есть в этом плане. Ну, что-то да. Мы скажем честно на этот раз, с твоего позволения. Я думаю, что ESL просто затроллили, потому что они чувствуют сильно чувствуют победу рядом с собой, забрав, соответственно, ингибитор-вышку на нижней линии и пустив суперминьонов, они пошли на дракона, понимая, что ну сейчас они там что-то промансят, барона заберут и игру закончат. Но вот эта несобранность и драка по одному, а не в скопе, привела к тому, что по одному их забрали, внезапно кат. Смотри, поэтому... хорошо, Вай врывается в троих. Пошла Камила, кстати, отвечать ей тем же. Риниктон решил тоже в бэклайн ворваться. Там остался один Грага с тем временем. Очень мало хп у Камилы. Рейкон отходит. Камила там одна в двоих, в троих, если нет, в двоих все правильно. Медведя считаю тоже за члена команды, поэтому одна в двоих. Тем временем Риниктон здесь... на расслабоне, наверное, как-то пытается крутиться. Ой, хорошо, кстати, сейчас было. Ой, я... Тут уже, на самом деле, нечего комментировать, потому что остались, вот знаешь, эти вот кусочки обглоданных врагов. Алистар добивает всех, делает даблкилл.
SL делают Ace, это должна игра заканчиваться 100%, никаких баронах вообще не идет речь. Единственное, что у них очень мало хп, но по нижней линии идут большие пузатые миньоны, поэтому, возможно, они сейчас переключаются чуть туда. Не погибли сейчас. Кстати, ну, смотри, да. До Зигса 5, а как бы 2 на лоу, я думаю, они могут и не закончить, хотя, ну, это спорно. Я бы шел заканчивать точно, если бы я был тренером SL. Ну смотри, у Эни есть ульта, которую она, кстати, вот как раз таки применяет, ну, без Зигса. Да, собственно, прокаст он рассыпается, потому что, ну, какие предметы Ани, как, сколько там хп у того Зигса. Поэтому вот так вот закончилась игра. Знаешь... Да вот такие вот дела, друзья. У SL все-таки было ресурсов больше по концу игры. Безусловно, было тяжеловато каким-то образом камбэкнуть, но они пытались, они предприняли для этого много действий. У них две драки в конце, в частности, удалось взять одну вровень, одну в плюс для себя, когда развалили около воздушного дракона. Это было очень позитивно, просто отставание уже очень большое. Что вместо этого надо было сделать кат со старта игры? Это когда ты форсишь дракона, сыграй инициативно, если видишь, что оппонент подходит рядом с собой. И вот этой инициативности, парень, как и многим людям, командам, игрокам, и это на самом деле не только к играм относится, этой инициативности очень часто, наоборот, не хватает. То есть сделай первый шаг, подойди к Грагасам, дай дэш, кинь бочку, откинь оппонента. Если ты откинул оппонента к себе, его там начнут, знаешь, как антитела вирус бьют, вот так вот все вместе. Они его по голове стучат, забираешь одного, и на этом все. Что ж, первая игра у нас закончилась. Мы сейчас с Юрой прервемся на небольшую паузу, после которой обязательно к вам вернемся. Мы снова с вами, не прошло и даже целой минуты, как мы снова к вам вернулись. Все те, кто к нам только-только присоединился, добро пожаловать. Только-только закончилась первая игра Cat Esports против Sunlight Team. Только что мы с тобой, Юра, посмотрели, да, Cat Esports, за которых я чуть-чуть слегка топила все-таки. Первую игру показали не очень хорошую, не очень крутую, вот, но тем не менее есть еще вторая игра, в которой я, естественно, надеюсь на то, что они сейчас проанализируют все, возьмут себя в руки, в кулаки и смогут показать достойную игру против SL. Такое вполне может быть, особенно если они просто не будут бояться. То есть, смотри, каждое принятие решений, представь, что это кубик в настольной игре, который ты кидаешь, и определенное количество граней из этого кубика, если выпадет, будет для тебя позитивный результат. Переходим к драфту, дамы и господа, продолжая наше обсуждение. Так вот, даже если, ну, кубик не всегда шестигранный, Полина, я не знаю, как ты в настолке играешь или нет, но там, грани может быть 12, да, из которых тебя устраивает выпадение 5 чисел. И ты думаешь, 5 чисел это так немного, чтобы рисковать. Так если ты пустишь оппонента в дракон пит, у тебя 0 граней. У тебя невозможно выиграть драку, надо быть гением и гораздо лучше играть, чем оппонент, чтобы выиграть драку из плохой позиции. Поэтому не стоит бояться, что ты слабее врага, слабее оппонента. Попробуй разыграть инициативно, и с некоторой вероятностью, пускай и не супер большой, ты сможешь, ну, получить профит из тех или иных движений.
С одной стороны, это правильно, с другой стороны, это первая игра, ребята притираются друг к другу, понимая, что в самом начале как-то играть резко, более агрессивно, ну, как-то... Как тебе объяснить? То есть, и они страшно, из одного региона, и стесняюсь. Я понимаю, что они из одного региона, все-таки Полин, там сидят добрая люди. Добрая это душа. Добрая это душа, но не хочется вот тебя, знаешь, как-то, так сказать, исправлять или выражать даже свою точку зрения отлично. Просто здесь, ну, они знают друг друга. Они знают, они играют в одном регионе, собственно, чего ожидать. Каты знают стиль SL, они знают, что они берут как бы в клещи игру, не отпуская ее. Инициативы не хватает. Патроны снова банят, кстати, как и Анечку, как и Люцина. Опять мы видим Браума Акали, опять мы видим Эвелину. Баны практически те же самые, только, собственно, у нас Анечка появилась. И Люцина забанили, потому что в прошлый раз SL его взяли. Так что тут немножко все-таки изменения есть. Ренектон уходит и Малфит. Может ли это быть Ренектон на среднюю линию? Я думаю, что может быть. Почему нет? Выглядит может довольно быть, плотно, по крайней мере, по первым пикам. Знаешь, когда пикают танков, например, когда в игру играешь сам, да, душа просто радуется и ликует. На какой фронтлайн будет у меня в команде? Ну смотри, там берется Олаф, берется Джакс, берется Камила. Это значит, что у нас брузеры на миде точно будут стоять. И Рингтон неплохой ответ в любого из этих чемпионов на линии. Вполне, посмотри, брузерная толстенькая пати у нас продолжается, появляется еще и Галлия. Не стоит недооценивать Мальфита на миде. АПшного? В свою очередь. Любого. Любой Мальфит, он жесткий. Камушек. Камушек, он жесткий. Понимаешь? Кайса забирается для SL. Шая Рейкен, кстати. Камушек иногда приходит на мид, и, собственно говоря, от того, как идет мид, строит свой билд на всю игру. Шая Рейкен. Опять берется Шая Рейкен, да. Для кат. Более того, три брузера есть. Я думаю, что это уже подготовленный Олаф, скорее всего, на мид. По той причине, что если ты берешь Рениктона Мальфита в ответ на Олафа, ты знаешь, что Рениктон пойдет на мид. И ты знаешь, соответственно, что Олаф будет на миде, потому что Мальфита в блайнд на мид ты не берешь. В плане батлейна, кстати, у SL большие изменения. У кат осталось все то же самое. Видимо, не считают, что Шая Рейкен это удобный, универсальный вариант в любой, наверное, сетап для них в данный момент. Вот, тем не менее, отбанили Люциан, SL решили попробовать Кайсу и Нами. В принципе, это тоже очень здорово. Если Нами опять будет с треугольниками, Юра будет негодовать, прям как во вчерашний день. Поэтому очень надеемся, что треугольников сегодня не будет. Тем временем ставки сделаны, все пикнуто, все забанено. Мы с Юрой переносимся наконец-то во вторую игру. Cut Esports против Sunlight Team. Поехали! Let's go, ребята. Let's go. 1-0 счет в пользу команды SL. Посмотрим, куда же пойдет в итоге Рениктон, пока он движется в сторону топа. Судя... Так, что это? Стоп, что? Что тебя... Что, Джакс поменялся местами с Мальфитом. Внезапно. Джакс с Мальфитом, местами появляется Рениктон, Мальфит был пик, нет, в SL? А там и был ранг? Так, стоп, Рениктон. Слева да, был да, Олаф да, на ФП, да, да, потом да. Рениктон, Мальфит. Затем был взят Джакс. А корки вообще не было. Ты посмотри, у SL еще и корки появились. Где Камила с левого сайда? Это магия! Просто сейчас магия произошла у нас, но имеем то, что имеем. Смотри. Давай по-новому. У нас теперь новые сетапы, новые пики. Подожди, стоп. Одну секунду. Так. Справа был драфт. Рениктон, Мальфит. Да, Галио был. Кайса. И Нами. На красном сайде были Кайса и Нами. У SL, да. У SL, да. Да. А получилось вот так. Короче, друзья, ладно, имеем, что имеем. Ладно, Полин, не будем застрять, а то у нас, знаешь, динамика Вайлдрифта такая, что если мы это обсудим в нормальном темпе, то пол игры успеет пройти. Да, поэтому действительно работаем с тем, что у нас сейчас. Давай появилось. Попробуем на новые драфты, Поля, обратить внимание. Смотри, у нас есть, соответственно, Мальфит Галио, да? Это уже комбинация, в которой Мальфит входит, так сказать, не снимая обувь, а Галио перед этим заводит в дверь. Соответственно, Кайса ее хорошо поддерживает, потому что Кайса использует инстинкт-убийцы, когда видит контроль каких-то своих тиммейтов по оппонентам. Это поддерживает Олаф, соответственно, нами сустейнит и неплохо ставит линию. Что же у SL? У SL, наоборот, два стрелка, врыв за счет саппорта и такое файтбэк-комбо Рениктоном Джаксом.
Происходит это таковым образом, что инициируется драка, и два брузера занимают соответствующую позицию относительно того, какая у них задача на конкретный тимфайт, то есть такой версатильный достаточно драфт. Кат делает ставочку, я так понимаю, на комбо-бомба плюс на Олафа, которому вообще все равно, есть у него там перед ним контроль или нет. Вот он вообще, в принципе, когда входит в помещение, он через стену, через дверь, для него нет преград. Он, в принципе, идет и идет. Как начал, так и пошел. Вот, если там Галио, как ты сказал, или Малфит, да, не снимая обувь, то Олаф просто идет на пролом. Кайса хороший чемпион. Мы вчера с тобой тоже, по-моему, ее видели. Она уже игралась. Вот, показалось себе довольно-таки неплохо. Ренектон, Джакс, Корки. Два стрелка, как ты уже сказал. Угу. Для команды. А что любят больше всего делать стрелки, Полина? Фармить. Конечно, именно поэтому ты 20 августа 2018 года, собственно говоря, выбрала Алсиора как золотоискателя в ивенте от Riot Games. Да? Я, кстати, никогда тебе этого не прощу, очевидно. Вот. Наши, точнее, мои взаимоотношения с Алсиором, это на самом деле, Юрий, очень долгая история. До сих пор мне Алсиор должен фотку. Еще с 2018 года, еще когда мы все вместе комментировали континенталку, получается, это был зимний сплит. Еще тогда, с того момента, он мне должен фотографию. Он, кстати, об этом знает, он помнит. Вот, таким просто способом я пыталась ему напомнить о том, что я тоже не забыла. Зимний сплит? Ой, извиняюсь, весенний. Я... Это просто было я зимой. Даже... Это просто было зимой, помню, что было в Москве. А что я очень делал холодно. Что делал я в этот момент? 18-й год, начало. Я не помню, что я делал в этот момент. Вот, ну я помню вот такое вот, что мне повезло тогда первый раз попасть к вам на студию, и это было просто, просто шикарная атмосфера, игры, это прям просто было 10 из 10. Вот, хорошее было время, 18-й год. Именно LCL был, правильно? Да, тогда? Да. И суть важно, Юра, мы потом с тобой обязательно вспомним, что там могло быть. Меня, наверное, не было тогда. Ну да, не суть. Пока счет 0-0, слушай, достаточно пассивно ребята играют, потому что на фолклир вышли лесники. Более того, когда заходил соло на нижнего краба, он получил еще и дабл-бабл при всем при этом. Смотри, кстати, с агрессией решил начать, и все-таки очень плохо. А как-то плохо заканчивает. И ты посмотри, сколько много урона не наносит Шаве и Корки, вот эти вот два стрелка, которые должны наносить урон. Они были внизу, и кому наносить урон некому, собственно, все погибли. Что это сейчас произошло? Это соло прыгнул с пушки, я так понимаю, заинициировал. Ему вслед пошла ульта Нами, и все посыпалось. Это в этом времени Шаи и Корки просто стояли внизу, подфармливали крипов. То есть слушай, такая нескоммуникация. Если бы у кого-то была сейчас задача сказать о том, что я там не прав и все такое, он бы мог это сделать сейчас. Такое иногда бывает, а именно что? У нас начали драконы SL, а после этого, как я и просил это делать Кат, SL взяли и развернулись первые на оппонента, и все равно драку проиграли. Но здесь уже, ну как бы... претензии не к старту драки, а претензии к тому, что все-таки нужно инициировать такого рода драку, когда ты готов по силам вывозить 5 на 5. Они просто не готовы. Шая Корка не проскелены еще, а там базовые сильные чемпионы слева. Мальфит, Галио, Олаф. Они заходят, въезжают и как бы лицо ломают. Ну так тебя. Вот еще не проскелены, так еще и стоявшие вдалеке от файта, когда он начался, собственно... Нехорошо, конечно, SL начали эту игру, КАТ имеют 3 убийства. 3-0 счет в данный момент, 2000 преимущества, 2,5 примерно так. Очень-очень неприятное начало, конечно, тем временем, смотри, хорошая, кстати, ульта еще идет от Нами, очень много урона. Ренектон с флеша, кстати, пытается уйти, но его догоняют. Здесь 4 в 2, остается еще под вышкой, будут до конца, конечно же, идти до конца. Как много Галио, кстати, танковал вышку, ты обратил внимание? Он просто стоял, не двигался, чтобы до конца Олаф смог поиграть. Здесь еще есть и Шая, одна в четверых, там идти на лоу хп, подходит, помогает ей. Пошла еще ульта. Успевает зачармить двоих, более а тут того, еще ульта, но хэвен падает. Да. Ох, как же SL посыпались в два файта, буквально через минуту, наверное, друг от друга происходят, и SL очень сильно страдают но в, это игра вообще в обоих по-хорошему. Из них. Уже так рано на старте? О, конечно. Ну нет. Какой старт? 6500 золота преимущество, какой старт? 6-6 минута и 0-2. Это уже лейтгейм. Уже лейтгейм на 6 минуте, ну посмотри. Все, конечно, карты кат в руки, первая вышка. Дракон, еще и герой, еще и 8 убийств. Выглядит, конечно, очень сочно.
Вот, и, собственно, сегодня Полин встала, наверное, с утра, так потянулась, знаешь, ага. Напялила футболочку, сделала кофе, села около окошка, посмотрела там на котиков, играющих на улице, а потом, ну, думаешь, выхожу на улицу, в какой бы двор пойти, там два двора, в одном катке на 40 минут, а в другом на 13, собственно говоря. Может быть, ты двор перепутала, как бы, когда говоришь о том, что это только старт игры, когда уже, как бы, счет 8-0 и 6,5 тысяч, при золото преимущество. Понимаешь, просто, когда смотришь на таймер и видишь пятую минуту, ты такой... В Лиге Легенд ты только-только там апаешь какой уровень. Ну, да бог, чтобы четвертый какой-нибудь, да. А здесь уже такое движение и заявочка на то, что игра заканчивается. Тем временем еще и Рейкон погибает под вышкой. Как потом говорили про Олафа, который идет вперед, и ему все равно есть стенка там, или двери, ему все равно, он просто идет без остановки и забирает Рейкона. Вот так вот. Кат решили разогнаться со старта из... темп они держат до сих пор. Кат решили нам время сократить, потому что они как-то взяли вторую игру, говорят, ладно, ребята, то была ошибка, а сейчас вот Джо, кстати, погибнет, может, пытаются СЛ как-то отдефаться, но Т2 теряют на Герольде. Т2 теряют, Герольда забирают, Кат выходят. Знаешь, все равно, а вот тут, кстати, один на один, опять Олаф идет под вышку, такое уже было с Рейконом, и Джакс тоже погибает, а здесь все-таки Корки решил мстить за своего тиммейта, забирает Олафа. Но погибает сам, потому что здесь уже подходит его команда SL. Решает 2 в 4, какие же они все-таки дерзкие. Ульта от Шай идет, хорошая стяжка к троим. Шай очень мало хп, она выживает. Выживает она, и Рейкон там очень мало-мало хп. Ох. 69 не доиграл, здесь буквально можно добивать спокойно, да. Лита. Джо пытается с протонения поиграть, но я в него инициирую. А что Рейкон сделал? Зачем? Прыжок. Ну, потому что если бы он бы подкинул и успел выйти, то бы Хэвен поиграл. А ты думаешь, он успел бы? Там у него две палочки хп было. Куда ему успевать? Уверен. Успел бы или нет, очевидно, он не успел. Но если бы успевал, а успеть бы он мог на самом деле. Потому что там чуть-чуть совсем не хватило же. Как это, ну вот как по мне, немножко, наверное, опрометчивый шаг. Слишком дерзкий на таком уровне хп. Не согласен, Полина. Возможно, да, ты прав, это серьезный профессиональный игрок. СЛ находится в позиции, где у них кубик, на котором 12 граней, а им нужно выпадение одной. И у них есть выбор, либо бросать кубик с шансом 1-12, либо не бросать его, и тогда они точно проиграют. Вот. Ну, просто SL сейчас не в самой выгодной, конечно, позиции, и так просто отдаваться тоже не очень круто. Ну, а ты не вывезешь файт 5 на 5. Можно в минус 4000 золота вывести файт 5 на 5, но не в минус 9. Поэтому они супер сильно рискуют с малой долей вероятности успеха. Потому что если они будут этого делать, то ну, их просто задавят по всем линиям. Им сейчас надо в пятером идти играть со всей флешей и отдавать Т3 вышку на боте, забирая вот этот даблкил. Ну, вот этот вот даблкил уже уплыл из их рук. Смотри, а кстати... возможно, там бы мог бы быть и триплкил, если бы Джоуль там... Да, вполне возможно. Тем временем, посмотри, как давят очень хорошо нижнюю линию. Они уже подошли прям к вышке ингибитору. Здесь 2 на 2 разыгрывают. Никто, кстати, получил немножко. Это был последний шанс. О, флэш, хорошо. Там, посмотри, как Кайси достается тоже на орехи. Тем не менее... Ой, как Джакс сейчас погибает. Да, это было очень больно. А еще и хороший бабл на Рениктоне. Ой, давайте, давайте, добивайте до конца. Потому что нужно как-то все это пытаться разворачивать куда-нибудь. Куда-нибудь. Но здесь уже пришла команда SL, будет помогать. Галио один, кстати, в двоих неплохо справляется. Подошел еще и Малфит, хорошая ульташа. Из последних хп пытается уйти тоже, но, собственно, не получилось. Грустно, Юрий. Эта игра похожа на то, что скоро закончится. Очень грустно. А, по-моему, эта игра проще, чем предыдущая для команды SL. То есть она сейчас проще для Кат, чем предыдущая для SL. Внезапно. Вот мы и увидели то, что Кат сыграли инициативно, причем пришли на дракона, не ожидали, что оппонент будет настолько дерзким, что цепанет их, а Шая Корки еще не проскелена. Соответственно, ресурсов не было. Проиграли дракон на драконе, проиграли ротацию на топе, счет 8-0. Как играть в Wild Rift после этого вообще непонятно. Полностью с тобой согласен. Просто одну ошибку совершил, счет 8-0, тебя уже бьют, просто избивают, ты стоишь и впитываешь, как бы терпишь. Очень тяжело. Очень темп высокий. Бесконечно высокий темп, погибает еще здесь и Галио. Но зато успел купить себе Рамадон, как нам показали. Вот, но да, Кат, конечно, взяли игру в свои руки. Однозначно, определенно. 18-5, 11-я минута. Ты уже говоришь, что 11-я минута это где-то лейт, да? Мидгейм примерно. А, да, это не, это самый мидгейм, это самый сок. И переход уже в лейтгейм. Соответственно, лейтгейм, наверное, начинается минута с 13, но чуть по-разному бывает.
Ну, здесь... Я бы сказал, что лид-гейм начинается, когда три предмета появляются у чемпионов. Ну, посмотри на того же самого Олафа, как бы, я думаю, лид-гейм уже не за горами. У него уже есть три предмета. У кого-то три предмета уже есть, да. А у кого-то еще нет. У кого-то еще нет. А, ты имел в виду, когда у всей команды появляются три? А, ну, слушай, не буду говорить за всех, кто-то может никогда не купить три. Привет саппортам. Если ты вспомнишь полуфинал чемпионата мира 2012 года, где играли, собственно, по-моему, World Elite и CLGEU, то там саппорт на 55-й минуте имел два голдера, как бы, и ботинок, и поставил, по-моему, 127 вардов, которые надо было каждый покупать при всем при этом. Каждый вард денег стоил. Вот что значит работа на команду. А, он 108 вардов он поставил. 108 вардов каждый стоил по 75, Полин. Я же говорю, это вот есть работа на команду. Ты тратишь все. Все ради своей команды. И даже деньги. Остаешься с одними ботинками. Вот она, сама отдача ей. Тем временем, кстати, Кат попытались заинициировать барона. Начать хотя бы его понемножку ковырять. Но СЛ тут как тут. Не хотят, конечно, барона отдавать. Может ли такое случиться, что забрав барона, СЛ смогут развернуть игру в свою сторону? Конечно. Забрав несколько вышек. Так что... Они могут, и они могут не потому, что они там сильные, или я в них верю, или ни в коем случае не болею за них, а потому, что у них как бы Джакс, Корки и Шая с Рейканом. Ага, то есть рано или поздно придет время, когда и Шая, и Корки станут намного сильнее, чем Кайса и... Оно потихоньку уже приходит, просто трудность в том, что у оппонентов денег больше, причем гораздо. Ну смотри, отрыв уже, кстати, 10 тысяч, в принципе, это не та игра, где у нас с тобой отрыв был около 20, если ты помнишь. Если ты дашь каждой из команд по 15 тысяч золота, я думаю, что SL будут уже сильнее, даже отставая в 12. Ну, давай посмотрим. Как говорится, время покажет. Кат потихонечку все-таки поддавливают. Пока дракона, кстати, они забрали. Три дракона. Мы с тобой помним, что вчера делали три дракона, поэтому карты опять же в руках у Кат. Пока Кат должны забирать. Пока все идет к этому, потому что предметов слишком много. А Олф, кстати, решил зайти с Рагнарёка. Раз уже прожал, то, собственно, идти до конца, но... Ох, тут нами подставилась под Рениктона немножко. Тем не менее, это получается... Похоже на то, что, знаешь, вот они... Кидаются друг в друга чем-то, кусаются, царапаются, но вот конкретно никто файт навязать все-таки не может. Тем не менее, пробивают, пока, кстати, да, вышку ингибитор уже потихонечку. Причем со всех сторон, смотри, как планомерно работают. Кат пошел, Галио вперед, подцепил Рейкона. Рейкон погиб сразу же, просто растворился во мгле. Следующий, возможно, был бы Рениктон, но здесь, кстати, Эссел разворачиваются, пытаются дать отпор до последнего. Мол, фи, танкует, как молодой бог, просто решил доиграть, кстати, еще и Кайса. Хорошо, забрал убийство. Корки остался жив и остался. И, как раз таки остались АДшники. Мэтс ошибку совершил и отдал два ингибитора сейчас тем, что не взял пакет с самого начала. Мы сейчас реплей, я думаю, глянем, когда он был влетел пакет с инициацией. Ну, вроде да. Мэтс, сейчас я обращаю внимание на базу. И в любом случае, то, что хотели, Кат они сделали. Блин, вот вон пакет лежит. Да, ты полностью прав. Вот он пакет, и лежит, Корки а его только сейчас берет, да, когда и смотри, как брать. Поздно он его дал, когда уже кто-то погиб. Да. То есть, и причем как неплохо, видишь, то есть риск простоял в пакете замедленным, его расстреляли. А композиция из двух АДшников, знаешь, как любят замедленных милишников, которые такие: что мне делать? Ну, конечно. Я тебе больше скажу, АДшники очень любят застаненные цели. Когда они просто замедление на 80%, замедление на 80% или там 90%, сколько, это просто жесть. Это больно, да, я полностью согласна. Еще больно, когда... Игрок стоит, у него movement speed меньше 100. А у тебя как бы там 350 в момент. То есть это, ну, фактически по стоящей цели, да, ты наносишь урон полностью в безопасности, нет, находясь стоящая при этом. Стоящая цель, наверное, это даже хуже. Смотри, такой ответственный момент, роде. Но все-таки я тебе, прости, что перебью, все-таки Кат забирает барона. Была надежда на то, что все-таки я предпринял попытки его состелить, и вот, когда как раз таки тот Олаф. Взяли, это уже конечно. Да-да-да, вот здесь вот просто сейчас, наверное, идет драка, избиение вот этих вот очень слабых. Очень-очень слабых. Не знаю, какое подобрать к этому это слову. Пента внезапно. Это пента от Кайсы 69 смог долутать последнее убийство. 26-7. Вау. Вот так вот Кат разворачивает партию, дамы и господа. Счет 1-1. Считается ли пента при таком преимуществе в золоте все равно пентой? Да, конечно. Любая пента это пента. Даже пента на ботах это пента. В любом случае, кстати, Кат показали хорошую игру.
SL немножко расклеились, чуть-чуть. Если смотреть по первой игре, да, как хорошо SL шли вперед, по протоптанной дороге, просто вот без остановок, то во второй игре что-то вот у них не пошло. Нам нужно с тобой подумать, как так получилось, что поменялись пики, что мы видели одно, а получилось другое. Может быть, в этом есть что-то. Это мы с тобой, возможно, узнаем после небольшого перерыва, и мы вернемся обратно. И мы снова с Юрой в эфире и снова вас приветствуем. Если вы не знаете, что происходило до этого, то мы вам сейчас сообщим, а сообщим мы то, что Cut Esports в битве против Sunlight Team одержали победу в предыдущей игре. И счет теперь становится 1-1. Юра, как тебе такое противостояние? Ну, удивительно было, конечно, что Sunlight смогли игру развернуть. С другой стороны, просто сикаты. С другой стороны, Sunlight делали дракона, они сыграли на инициации, просто им нужно было немножко проскериться. Они должны понимать, что если соберут корки, если только, Полин, если... Полин, сейчас будет жестко. Если только они изначально брали в драфт этих чемпионов, они планировали играть другим драфтом, они должны были понимать то, что все-таки нужно было проскериться немножко. Хотя, конечно, пока этот вопрос остается загадкой. Третья игра сейчас начнется. Ну, как начнется? Сейчас ребята будут драфтить и банить.
Третья игра, решающая игра, Best of 3 серия. Напоминаю вам о том, что сейчас у нас будет твориться история в какой-то степени. Поэтому будем сейчас с тобой наблюдать, что происходит. Надеюсь, что не будет такого, что мы с тобой сейчас прокомментируем один драфт, а в итоге будем видеть уже другое. Полин, это не будет истории. Вот. Не будет истории. Эти команды еще в финале сыграют, поэтому можно немножко расслабиться. Отлично, все. Тогда я скидываю градус напряжения. Ребята, все отлично, продолжаем смотреть. Итак, в бан уходит по доброй традиции Пантеон. Кстати, вот в сегодняшних играх Пантеон имеет 100% бан. В каждой игре мы его, к сожалению, не видим. Эвелин и Акали все то же самое. Энни не хотят кат отпускать. Что-то не очень, походу, понравилось Энни в исполнении SL в первой игре. Поэтому они решили, как бы, ну, пусть она, собственно, посидит в бане. Нами забирают в бан SL. И остается последний бан от кат. Что-нибудь такое. Люциан же у нас еще был в бане в прошлой игре. Отдали Люциана, но забрали Кайсу в бан. Очень интересное решение приняли кат. Ну что, никто найдет в бой у нас получается или что? А Браунин мой! Усатого не забанили! Усатый! Хорошо! Маленькие пушистые поры с усами наконец-то ворвутся в дикое ущелье. Это прекрасно. Как ты говорил, Браум сейчас один из самых сильных саппортов, несмотря на то, что его немножко подрезали в последнем патче. Он как бы все равно себя чувствует замечательно. А у него просто... его суть сильна. Не его цифры, а его суть. То есть инициативная, хаосная, быстрая игра в Wild Rift. И это контрится Браумом, потому что ты останавливаешь оппонента, блокируя его скиллшоты, соответственно, какие-то косты, уменьшая по себе урон в случае резкой инициации. SL забирает себе Ксинжао, кстати, очень интересно будет на него посмотреть. Люциана, ну, потому что забрали КСУ, как бы Люциан выкатывали SL в первой игре, почему бы, собственно, и нет. Серафина у нас появляется, что тоже довольно-таки интересно. Камила и Корки специально для кат. Тоже забираются в свою копилочку. Остается еще два слота у SL. Посмотрим, что они решат взять. Лисичка появляется на средней линии. Очень интересно. Ну смотри, Sunlight Esports пока что держат медиокерную позицию, да, потому что они с одной стороны пытаются и защищаться с помощью Браума, и также берут еще и Люцина, который может играть в две стороны, как и в нападение, так и поражать, если что, скачок назад, покатить на вэшке, да, там скорость получить, перемещение. С другой стороны, им инициировать есть чем, то есть у них такой хороший плотный мидгейм сетап. Смотрю на пики кат, и есть такое подозрение, что Корки все-таки у нас пойдет на позицию Адекери, а Серафина у нас пойдет в мид. Это очень интересно. Серафина против Ари. Вукон, кстати, появляется, тоже очень хороший персонаж благодаря своему циклону, если я правильно помню. Ультимативное умение может разворачивать просто файты в свою сторону, поэтому сейчас мы будем смотреть, как это все будет происходить. Третья игра. Sunlight против кат. Поехали. Let's go. Партия начинается, как всегда, за 8 секунд до начала тайминга, что не перестает меня удивлять. И Олаф на месте встал. Он что, думает, куда пойти, да? Но идет как раз в середине, получается. Смотри, Sunlight решили поиграть. Ох, расставляют варды. Вот я такое очень люблю. Это прям показатель командной игры. Знаешь, когда ты расставляешь варды, чтобы знать, где вражеский лесник, куда, зачем, почему он будет выходить. Как-то продумывать свои тропы. Это очень-очень круто. Это вот прям, знаешь, вот замашки именно на профессиональную игру. Это классно. Поэтому, если кто-то раньше так не делал... Когда я вижу два тотема... Да-да-да. Когда я вижу два тотема, поставленных рядом, как сейчас Sunlight Esports поставили в лесу оппонента, я тут же вижу эти два тотема и вспоминаю на фразу одного из персонажей из Хардстоуна. Такой шаман, если там он 3-3 по статам и хилит на 3, выходя на поле, он говорит: «My eyes are open». Извините. На самом деле... Не знаю, зачем это сказал, но это... Знаешь, иногда то, что в душе, скрывать нельзя, Полин. Ну, я с тобой полностью согласна. Иногда. Иногда, да. Вообще нужно быть открытым человеком. А иногда тоже нельзя. Ага, то есть ты... За открытость, но не всегда за честность. Я же тебе говорю, что иногда ложь во благо. Бывают ситуации такие в жизни. Их очень мало, я уже говорила, но не бывают, когда... Ну вот, для морального, душевного спокойствия человека все-таки где-то немножко можно приукрасить какие-то моменты. Кстати, пока мы с тобой здесь болтали, кат совершает первое убийство на верхней линии. У нас погиб Вукон, как нехорошо вышло, потратил флеш. Олаф
походу, ему немножко так объяснил за силу, за Рагнарёк, за северные традиции. Вот, и первое убийство получает кат. Приятный бонус, поднимающий мораль, я надеюсь. Олаф объяснил, что, знаешь, вот есть такие там какие-то дискриминационные понятия, некоторые из них ужасные, большинство из них. Но вот Олаф пытается объяснить о том, что не надо пикать чемпиона только с усами, надо еще и с бородой, собственно говоря, на ферст пик. И причем, когда пикнули Олафа, его лицо даже говорит, почему я не на ФП? Почему я не на ферст пик? Посмотри на его лицо. А поэтому на ФП забирает очень сильный базовый чемпион, конечно, Олаф на старте. Выходит легко, но здесь... Тима со 69 из Ланда противостояния пытались законтезить позицию около реки. А сейчас Хевен... Теперь риск фризит. В очень, да, неприятная вот именно позиция из-за того, что риск фризит не дает ему подойти, просто отгоняет топорами. И что делает Хевен в этой ситуации? А ничего, просто вот так вот стоять, ждать лесника, который поможет разбить фриз, как-то поменять ситуацию. Но это, конечно, очень неприятно, когда оказываешься именно в таком моменте. Это прям... С другой стороны, можно до пятого подождать. Пока ты получишь ульту, это будет крайне не скоро, потому что если ты в мидрендже ловишь топор, ты можешь погибнуть. Да, вот. У Хевена очень, он очень сильно рискует, когда он, в принципе, подходит к крипам. Ах, тут смотри, у нас на средней линии движение. Сам риск разбивает фриз на топе, желая реализовывать свою базовую уже силу вместе с командой. Устал он фризить. Ну, это не League of Legends, знаешь, где можно фризить минут 7, там, 10 как минимум. Это Wild Rift, здесь все намного быстрее. И поэтому очень сильно на этом как бы останавливаться тоже нехорошо. Я задам тебе первый нескромный вопрос на сегодняшний день. Ты когда-нибудь фризилась 10 минут в League of Legends? Нет. А могу тогда второй себе позволить? Давай. А 7? Нет, ну такое тоже маловероятно, конечно. Ладно, ну я просто хотела тебе сказать. Мой рекорд фриза был на 14,5 минут. Я играл за Ирелию на топе на новом аккаунте. И мне захотелось повеселиться, собственно. Вот. Как это грустно. Там оппонент, знаешь, он первые 3 минуты он терпит, а потом он сдается. Он просто уходит на базу. Он не может к крипам подойти. То есть варианта два: либо уйти в ФК, либо продолжать умирать, либо есть третий вариант — еще пойти кому-то на линию. Есть третий вариант, в нашем случае получается четвертый, это напингать леснику. Ну, обычно так все делают. В любой непонятной ситуации ты пингаешь леснику и говоришь: нет, приди нет. ко мне, помоги мне разбить. Пингать леснику — это вариант, так сказать, подвариант, который включен в любой из этих вариантов. То есть в любой непонятной ситуации пингать леснику. Безусловно, но лесник же вся виноват. Что он пикнул лес, согласна полностью. Лесник виноват по определению. Жалко лесника. Знаешь, там нужно на Riot Games нужно описание ввести ролей, где в лесу будет написано: вы всегда виноваты. Вечно виноваты, да. Это грустно, но в какой-то степени это такая жизненная ситуация, особенно когда ты играешь в лесу. Тем временем Кат решили немножко поагрессировать и начать все-таки делать этого дракона. АСЛ не спят, они уже здесь рядом, готовы врываться. Сердечко полетело мимо. Если подцепили Серафину, ей было бы, конечно, очень неприятно. Врывается к Синжал в Драгонпит. Красная команда АСЛ. Извиняюсь, не СЛ, Кат забирают дракона. И, собственно, вот кто вырывался в Драгонпит, теперь панически пытаются оттуда выйти, но... Корки сделал ошибку, прыгнул один четверых, погиб. Серафина флеш дает, чтобы выжить. Лисичка до конца решила по ней поиграть. Тоже одна в троих немножко застряла, но выходит. Камила пытается преследовать. Здесь еще подошел Люцен и Браун. Браун немножко врезался в столбик. Ничего страшного, бывает. Но, возможно, из-за этого не дал свою пушечку. Неплохо, неплохо. Кат забирают дракона. Размениваются один в один. Корки немножко поверил в себя, возможно. Потому что он единственный. Ладно, еще Камила умеет делать так, как он прыгает через стены. Вот, но Камила этого не сделала. Собственно, Корки полетел, погиб. Неплохо. В любом случае, для Кат это неплохо. Если бы мы могли... Ой, там США играет Олаф, а у нас реплей. Ай-яй-яй. Обрати внимание, как Соло божественно сыграл в этой драке. Смотри. Сейчас мы увидим дефолт. Да, там один из игроков погибнет. Понятно, спасибо. Ничего мы сегодня не увидим. Почему мы не видим интересное на топе? Почему мы не видим интересное в драке? Тем не менее, смотри, здесь Соло спасибо. Один с тремя. Ух, пытается сражаться. Кстати, подходит Ксин, не дает ему все-таки остаться в меньшинстве. Хотя 2 в 3 тоже такая себе не особо равная драка, но лучше, чем 1 в 3.
Герольды хотят себе оформить SL, потому что дракона потеряли, нужно как-то компенсироваться. Но здесь, кстати, когда окружает кат, Рейган хороший подброс мне дал. Ох, минус 2 сразу же просто очень больно происходит. Сейчас для SL каты забирают еще себе и Герольда, потому что почему бы и нет? Есть дракон, с чего вы решили, что вы можете забрать еще Герольда? Больно? Опять больно. SL кат с самого старта берут игру в свои руки. 4000 по золоту у них преимущество. И вышка, да? Да, все правильно, и вышка. Бедный Хевен так пока еще... Ну, 100% не вернулся в игру, все так же Олф его напрягает. Поэтому вышка падает, естественно, на верхней линии. Внезапно кат стампят вторую партию подряд. И забирает Серафина. Мы моргнули, а счет как бы уже минус 7000 снова. Смотри, тут происходит так, что мы моргнули, упала вышка на топе. Вот сейчас еще моргнули, упала Серафина. Еще немножко моргнули, следом упал риск и падает босс. То есть... Страшно моргать. Я вот к этому я готовлюсь, Полин, я готовлюсь к третьему, наверное, к финальному нескромному вопросу на сегодняшний день. Как можно моргнуть немножко? Чуть-чуть. На полглаза. На полглазного яблока так. Слегка ресницами взмахиваешь и... Ну, примерно и, так. И ветром обдуваешь кого-то. Да, да, да. Так вот слегка. Как раз 30 или взлетаешь, градусов. Например. Взлетаешь, кстати, это более романтично. Сдуваешь, это более актуально. В наши теперешние погодные условия. Однажды два рыжих брата уже пели про это. Да, рыжих, кстати. Видимо, это какая-то ачивка специально для рыжих. 4-7. Кат ведут. Как ты правильно сказала, стомпят вторую игру. Не дают дышать. Хотя, и, кстати, вот на мину не очень здорово, не очень-то приятно погибли. Ох, как мало хп у Соло. Но здесь за него вступается команда. Бежит, сбегает Рейкон. Камила запрыгивает просто с ноги в Ксена, потому что не уходит он. Все. Олаф под вышкой. Типичный Олаф вражеской команды, который идет вперед. И вообще ничего ему не страшно. Падает еще и вышка. SL вынуждены отходить. На лоу хп находится босс и Рейкон. И кат все равно получается победителями в этой катке. Потому что и вышку забрали, и золото прибавили. И все шикарно получилось. Вот единственное, сейчас дракон, а они просажены. Ну, у них плюс 7. Ну, да, Соло только резнулся. И Браун бежит еще и за Соло. Поэтому супер инициации в драконы SL делать не могут. Их просто растопчут, кат заберут свое. Я думаю, 2-0 по драконам будет в скором времени. Но разыгрывают свой пауэрпик уже. Ну... Ребята из карт, хорошее количество ресурсов, много соло-киллов взяли, поэтому вот такие вот пики, знаешь, как там Чарм Рейкон или Хистек Ультиматум Камилы, они становятся более осмысленными. Драконы тем временем, кстати, делают уже кат. И что самое интересное, SL даже не просто так его отдают, а пытаются как-то законтестить. Но сейчас игра может закончиться. Если будет неудачный файт в сторону SL. Дракона, кстати, SL-то забирают, Ксин, ты успел. Сделал все красиво. Камила, кстати, играет сейчас по Люце, но там один бедняга в три остался. Соло пытается сбегать. Забрали, получается, Люцена. И погиб, естественно, Ксин за свою дерзкую попытку забрать дракона, но он его забрал. Это? Я думаю, что это на самом деле не так плохо для SL, да, потому что они все-таки 1-2 разменялись плюс дракон. Хотя в такой ситуации могло быть все хуже. Но с другой стороны, кат теперь давит все линии. То есть они отправляются на мид, ботлейн мишку забрали, Т1. Еще и Т2 на миде сейчас пробьют. Опасно, вот, именно по этой причине опасно, потому что есть Браум со своей пассивкой, со своей пушкой, которая замедляет стаки, и, соответственно, корки погибает. Серафина тоже большой шанс, хороший ульта была по троим, кстати, это ее спасает. Но здесь есть Олаф, давай сюда! Ешка одна, пытается уйти до последнего, Хевен решил развернуться, потому что уходить-то особо некуда. Собственно, погибает, Олаф делает даблкилл. Охотится за на Серафиной. На краба можно было дождать. Ох, это не для Олафа, сказал Олаф и кидает топор в Люцен. Следом идет еще молния. И Олаф делает трипл килл, если я не ошибаюсь. Там очень много было для него убийств. Двоих забрали на средней линии, вот еще и Люцен. А вот теперь можно поживиться крабом и забрать, скорее всего, барона. Но настоящий это, на самом деле, большая ошибка от всех в кат, кроме Джо, потому что нужно было инстантно идти на Т2. И добивать Т2, там 160 хп осталось, просто они увидели опцию сыграть через барона и делают это, не успевает застилить, валит, погибает. Собственно, конечно, поезд дальше не идет, Полин. Ту-ту! Просьба, я Blue Team Refuse to Surrender. Я не знаю, как у вас, в Беларуси у нас говорят, конечно, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. У нас говорят то же самое, только по-белорусски.
Вот, но так как в моем городе нету метро, поэтому, вот, например, в плане метро мне будет довольно сложно перевести на белорусский. Так вот, с непривычки, знаешь. Но говорят примерно то же самое, что да, поезд до Ленинграда, собственно, попрошу вас покинуть вагоны. 6-17 счет в пользу КАТ. Есть драконы, есть большое преимущество по золоту. Не буду считать, потому что там больше 10 тысяч явно. Ну, а еще и барон, кстати, есть. И планомерно кат решили все-таки уничтожать, забирать лес, забирать вышки, давить до последнего, особенно при барон бафе, это очень приятно. Это очень удобно, когда впереди тебя большие плотные крипы. Это чудесно. 17-6 плюс 15 есть у кат. Пытается, как всегда, соло сыграть инициативно, но на этот раз просто ресурсов нет, потому что команда находится вдвоем. На фонтане, но ребята понимают, что это уже конечное, что поезд уже все. По той причине, что 18-6 минус 15 тысяч, и они отдали всю карту. Ни одна вышка у кат не упала. Ни одна, посмотри. Все вышки стоят, все 9. Да. Не 11. Да, да. Как Лиги-Лига. Сейчас Камила, кстати, сделала все очень такую, знаешь, вещь на самомнении, на агрессии, на ЧСВ, знаешь, подлететь под вышку вчетверых, попытаться еще выйти. Ее, естественно, за это наказали. Вот, если бы так поступил, кстати, каждый из кат, то могли бы, конечно, они отсрочить падение эсэлевского Нексуса, но тем не менее, смотри, вышки продолжают падать, баронпа все так же есть. Минус две ингип вышки, третья под вопросом, скорее всего, тоже должна забираться, инициирует Рейкон, очень мало хп, ребята остаются один соло на фулл хп, вышка, конечно же, тоже падает, и сейчас просто три волны миньонов, да, каты просто бэкаются, а что им там делать на лоу хп, потому что сейчас враги выйдут, ну, как бы фуловые заряженные, они лучше вот крупнутся, закупятся, отхилятся и вернутся. Давай снова подытожим его, Полин. Да. Что делать команде 5 на 4, когда у тебя преимущество в 20 тысяч на 14 минуте? Вообще заканчивать игру, но если ты на лоу хп, нет, лучше отойти. Получается бэкаться. Как говорил великий Думеча 9 лет назад, бэк на дракона! Извините. На третьего, кстати, на огненного, который, кстати, кат уже начинает потихонечку пробивать. Кстати, нам сейчас покажут. Вы видишь, что делала Камила? На папосе, ну, вот правильно. Этому, да, полетела все под вышку. Все правильно сделала, надо было просто с командой разыграть лучше. Так это она все сделала правильно, это все неправильно сделали. Это тот самый, знаешь, момент. Это тот самый момент, когда один прав, и все неправы. Уникальный момент, на самом деле. Обычно все бывает по-другому. Тем временем, смотри, Олаф на Рагнарёке. Вперед просто Браун пытается, конечно же, спасать свою команду. Хотя спасать нечего. Рейкон идет до последнего. Ох, ну мы с тобой уже понимаем, что там 1500 осталось у Нексуса. Корки ничего не мешает эту игру заканчивать. И эта игра идет в пользу КАТ. 2-1. КАТ Эспортс проходит дальше. СЛ, к сожалению, падают немножко вниз. Чуть-чуть. Ты бы хотела, чтобы СЛ не упали. Да. Нет, стоп, я же болела за КАТ. Точно! Я должна радоваться в два раза больше, потому что победила команда, за которую я чуть-чуть, самую малость подтапливала на старте. Поэтому да, я поздравляю КАТ. Видишь, женская память вот эта вот у золотой рыбки. Я поздравляю КАТ. Я желаю не расстраиваться с Sunlight'ом, все еще будет. Потрясающие игры, мне очень понравилось. 2-1 счет, действительно смогли кат развернуть. И во второй партии, когда им дали оппонента на это ресурсы с ранней стадии игры, оформили 8-0 за две драки. И в третьей партии, когда их пауэрпик на топе сработал, сделав соло-убийство, что позволило в брешь этой обороны бить команде кат как раз уже вместе со всей командой. Пришли, забрали второй раз Вуконга, смогли пробить вышку и отыграли от этих ресурсов. Две последние классные игры нам показали кат. Если первая у них не пошла абсолютно совсем, то две остальные были с позиции силы. Очень классные, очень мощные. Здорово, круто. Значит ли это то, что команда успела, так сказать, переобуться в более мягкие тапочки для себя? И это переобувание было максимально успешным. Да, я думаю, что они это и значит. Прогресс по ходу серии — это очень важная тема, поэтому поздравляем КАТ и увидим СЛ еще в лузер-брекете. I think the June finals was a very good results for us. We didn't expect to perform at this level. We are actually expecting a much lower like place from the June final. Our team was maybe not the best mechanically, but our communication was on point and we won a lot of games because of this. To be honest, we didn't really expect to get a third place in the June finals because
we were kind of changing our roster, we get more focused on our goal because of the June finals. We didn't expect that, and it was amazing. I think, yeah, well, I think realistically, also a beautiful outcome for Real Betis. We honestly did not feel like we would even make it that far. After we made it that far, it really set us through the roof. We could have went for first place, by the way, but luck wasn't on our side. And third place isn't really bad, it's really good. We are happy that we got third place. Here's the dive, here's the combo, over the top, Drake will go to cut. I think we were just surprised of some of the picks that were being picked, and we didn't have any answers to it, and we fell to teams that we believe we should have beaten. The whole team, the communication, there were nothing that went good for us. We were just literally terrible. So this time we are prepared, and we should not underestimate any other team. We will definitely see Game Lord in the final, probably against Tribe. The first finals, in like June finals, we didn't even think we're gonna have good results like this. And now I think we have a huge difference, like the first month, now it's the second month, and we're playing really perfect. And I really trust my team also in this July finals. All I can say that we're gonna finish first place in this tournament.